так же, как театр начинается с гардероба, бар или ресторан начинается с меню. Меня зовут Толмачев Евгений, и сегодня я вам хочу рассказать о коктейльной карте, о коктейльном меню первого азиатского коктейльного бара в Киеве под названием Коя. Коктейльная карта этого бара выполнена в виде карты Азии, на которой изображены 12 стран. И, соответственно, в каждой стране прилагается коктейль, который олицетворяет ее. Мы пошли непростым способом. Мы взяли за основу, за инструмент для создания коктейлей образ каждой страны. Не просто национальные ингредиенты, а именно образ. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. К примеру, филиппинский коктейль. Это образ контраста лакшери жизни с пятизвездочными отелями, стоящими на берегу океана Индийского, с шампанским в бокалах и соседствующие трущобы с бедными жителями. И при первом же взгляде на этот коктейль можно ощутить, можно поймать это ощущение. А в том же коктейле мы использовали джин, настоянный на фейхоа. Казалось бы, джин, где Филиппины. Но в джине есть свежесть, легкость, воздушность, которую можно ощутить в океаническом бризе, стоя где-то на побережье Филиппин. Немного чая эвкалипта, который произрастает на Филиппинах. Кстати, он очень привередлив в почве, я имею в виду эвкалипт, мало где растет. И Филиппины – это одно из немногих мест, где он есть. Если бы панды знали об этом, они бы уже давно переехали с Австралии. Собственно, таким образом мы прошлись по всем странам, Но, тем не менее, у нас есть одно исключение, а именно это Перу. Перуанский коктейль не относится к азиатским, он относится к Латинской Америке. И это наша фишка, наш небольшой прикольчик такой, потому что любое хорошее правило, оно, как вы знаете, имеет исключение. И так как у нас здесь есть правило, одно исключение нам не помешает. Это если вкратце, а если более подробно, то приходите в коктейльный бар Коя. Мы с удовольствием вам расскажем, покажем, вы продегустируете, поделитесь своими ощущениями с нами, угадали мне или нет. Я знаю, что это видео будет смотреть большое количество барменов, а возможно даже рестораторов. И у меня есть небольшое предложение к вам. Когда вы захотите посоветовать своим гостям или друзьям наш бар для посещения, скажите им секретный код. Скажите им, чтобы они заказали у нас 13-й коктейль. Это будет небольшая игра. А если гость придет к нам и закажет 13-й коктейль, мы поймем, что он пришел от кого-то из наших друзей, от кого-то, кто видел это видео, и приготовим для него что-то особенное, чего нет в нашей карте. И, возможно, вы заинтересуетесь и запишите такое же видео про свою карту и расскажете, придумайте свой пароль, свой код, которым поделитесь, для того, чтобы мы могли точно так же отправлять своих гостей к вам и тем самым держаться вместе. Да? Что ж, спасибо большое за просмотр и всем удачи и хороших выходных.